Студенты Российского университета дружбы народов посетили мастер-класс на тему «Твоя успешная карьера», организованный Центром активных программ содействия занятости молодежи РУДН, совместно с Департаментом труда и занятости населения города Москвы. Организаторы встречи рассказали учащимся о ситуации на рынке труда в столице. На сегодняшний день Департамент труда располагает базой данных из нескольких десятков тысяч вакансий по всем округам Москвы. В специальной службе занятости учащиеся и выпускники вузов могут получить подробную информацию о профессиях, наиболее востребованных на рынке труда. Существует ряд других вспомогательных услуг, которые содействуют в активном, быстром поиске работы заинтересованному населению. Вот в частности, наш отдел профориентации, профобучения и психологической поддержки, мы предлагаем услуги по профориентации как безработным, так и гражданам, ищущим работу, в том числе молодежи, активно ищущей работу. Кроме того, можем предложить услуги по направлению на профессиональное обучение. Представители Департамента труда и занятости населения города Москвы в рамках мастер-класса также рассказали студентам РУДН о возможностях самостоятельного поиска работы, их плюсах и минусах, и дали рекомендации по технологии трудоустройства. Специалисты выделили основные моменты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание при устройстве на работу. Грамотно составленное резюме, умение вести телефонные переговоры и, пожалуй, главный залог успеха – правильное поведение на собеседовании. При соблюдении этих критериев шансы на получение хорошей работы возрастают. Виктория Побединская, Артуш Степанян, новости ТВ РУДН.